теперь все это пропускаю, почему осталось вынужден. Второй раз пропускаю. Вот. А вот этого пропустить не могу. Это Олег Сыроватка, это мой друг, мой земляк. Вот. Уникальный человек в плане, что он может, твои руки золотые. И вот эти ножи. История была такая. В прошлом году он их сделал то ли 10, то ли 15. Худо-бедно, но за зиму их всех до единого раскупили. То есть все было, по-моему, 1, 2, 3 для левши. А для левши вообще ножи не делают. Тогда, значит, в этом году мы решили повторить. Он сделал 10 ножей. Вот смотрите. Видите нож? Уже живьем показан. Вот. И недорогой, 300 рублей, это самое. Как ее? Ну, назовем это станочек для очень тонкой заточки. Здесь, наверное, кожа, аккуратненькая вещь. 300 рублей не деньги. И все это вместе, то есть нож отдельно стоит 3900, если вспомнить, сколько на него потрачено, и им, и мною, получается, что это недорого. Настоящие ножи больше по такой цене не купить. Так вот, я имею в виду импорты. Подделок стало много, вот что хуже всего. Вот. Вспоминаем меня на семинаре в Москве. Это исторический факт. Третий день я сказал, я буду учить тех, кто останется после третьего лекции. Вы останетесь, я буду вас учить плевать. Но, где хотите, приносите ножи. Для чего, скажу потом. Принесли, я говорю, а теперь видите, 20 ножей, 19, которыми только хлеб можно резать. Заточим на обе стороны. Ну, разве может интеллигентный человек, женщина, вот, могут они или не могут взять и переточить сами. Тем более сталь очень твердая. Тогда получается, что актуальность на этих ножей, вот этих вот, очень велика. Заказывайте через меня. Вот хороший специалист, но сам не собирается рассылать по стране. Вот кто будет рассылать. Вот эта девушка. Дарья, или я, или Юля. Вот. Теперь так. Цену я назвал. Вот. Из десятка один нож леворуки. А леворуких ножей в природе нет, поэтому не может быть, чтобы леворуки хотя бы не купили. Вот это я хотел вам сказать. Цена станочка, видите, да? И будем заканчивать, кажется, вот. Да, Светлана, представляю производителя посадочного материала из Италии. Так вот, где таилась погибель моя. Вот. Поняли, да? Я имею в виду садоводство. Все, пожалуйста, черешь из Италии. Сливу, персик, нектарин, абрикос, яблони, груши. Все сдохнет. Нет, все-таки это. Представляете? Это она мне предложила. Кому? Железосадсиб. Это мой электродали. Закупайте партию и продавайте вам. Вот. Из меня хотят сделать предателя. То подробнее потом разберем на следующий раз. А на счет качества, мне вот это почему я выделил? Меня больше всего удивляет, друзья, знаете что? Меня удивляет, почему качество, понятие качества не входит в морозостойкость. Какое к черту качество? Во-первых, до Италии далеко уже, естественно, никакого качества быть не может. Вот. И вот эти сказки, небольшими партиями. Большими партиями, иначе не выгодно. Так. Вы уникальный человек. У нас не любят гения. Спасибо за гения. Сейчас вроде бы... Да, наверное, дальше пойдет опять учеба. Мы с вами закончили. Вот. Потому что все это на наших глазах. Якобы леча дерево, колесит для чего? Не догадались еще? Вот для чего. Вот для чего. А иначе не искалечу, зачем тогда это нужно? Подошел дерево. Изуродовал. Все, это на следующий вебинар.